Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 571 упражнение. Необходимо выписать предложения с безличными глаголами, подчеркивая их как члены предложения. Слегка прогремело. В данном случае у нас глагол прогремело. Нам необходимо подчеркнуть его как член предложения. Это сказуемое. Шумит в ушах. Глагол шумит, безличный. Сказуемое. В поле пахнет медом. Пахнет. Глагол является сказуемым. Ничего чудесного не свершилось. Не свершилось. Это безличный глагол. Предложение является сказуемым. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. Если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.